Всем привет! Заказал осушитель воздуха. Вот пришел, распаковываю. Меня очень удивляет, что так распространены увлажнители воздуха, а зачем осушители нужны, никто даже не знает. У многих проблемы есть в сырой ванной в квартирах, с сыростью стен, с грибком, но тем не менее осушителем воздуха мало кто интересуется. Берут увлажнители. Зачем нужны увлажнители, я не понимаю. Но у нас не такой сухой воздух, чтобы их брать. Тем более влага всегда собирается в квартире. На обуви заносится и так далее. Вода включается, пар где-то вышел, где-то вытяжка не все вытянула. Осушитель Берц НБР 20 Вт за 2400 гривен. Сейчас сделаем обзор. Внешний вид мне нравится. Вот эта емкость для воды. Здесь есть поплавок, который выключает прибор, когда емкость заполнится. И не будет никакого протекания. Вот так вот просто она вытаскивается, когда наполнится, и выливается водичка. 750 грамм, если я не ошибаюсь, влазит. Проверим, за сколько она наполнится. Ставится тоже просто. Есть дисплей, на котором показывается температура и влажность воздуха. Вот мы его включили. Шума от него немного. На ванную комнату его должно вполне хватать. Показывает вот... Чередуется температура воздуха и влажность. Есть еще функция очищения воздуха. Когда ее включаешь, горит вот такая вот подсветочка. Вот водичка собралась за один день. Подсветка хорошо смотрится в темноте. Но она горит только тогда, когда включено очищение воздуха. Я не знаю, насколько оно очищает. Вот так вот выглядит все это в темноте. Ну, прикольно. И вот за 4 дня набралась полная емкость воды. Я не ожидал, что в воздухе может летать столько воды. Я удивился. И он сам отключился. Сейчас попробуем ее вылить. Вытащили. И аккуратненько выливаем. И вот эта вся вода летала в воздухе. Появлялась плесень, сырость, ванная не просыхала и так далее. Результат заметен. Ванная стала суше. Когда вылазишь с душевой кабинки, парни меньше. Ощущается. Вот как-то только вода полностью не сливается, немножко остается за счет углубления отверстия. Ну а так, в принципе, все нормально. Поглощает 20 Вт электроэнергии в час. Это совсем немного. Вот мы его включаем. А вот здесь включается очищение воздуха. На сегодня все. Не забывайте подписаться на канал. Пока!